Друзья, всем привет! Совсем недавно был у знакомого, он мне подогнал вот такие обрезки досок. Размер у них 40 на 90, длина чуть больше метра. Вот как раз сегодня из этих досок мы и сделаем с вами самоделочку для нашей мастерской. Изначально решил немножко отфуговать наши доски, потому что, как говорится, купил станочек, хочется попробовать. Конечно, не хватает рейсмуса, ну хотя бы с чего-то начали, да, хотя бы фуганок взял. Работает прекрасно, стругает все чисто, мне нравится. Ну и после того, как обработаем все наши заготовки, можно приступать к разметке. Изначально торцуем все, то есть, чтобы у нас была база, и отмечаем 80 сантиметров. Таких заготовок нам нужно будет 3 штуки. То есть отторцевали вторую, третью и также под размер все их сделали. Затем нам нужно выставить угол 15 градусов. И тоже на 4 досках сделать угол 15 градусов. После того, как сделаем угол 15 градусов, я отмечаю 75 сантиметров, но опять хочу сказать, что этот размер идет индивидуально. Почему? В конце ролика вы все поймете, почему именно индивидуально все это делается. Ну и торцуем, у нас должно получиться 4 заготовки. После того, как сделали 4 заготовки, с одного краешка мы отступаем 12 миллиметров и делаем вот такие запилы под 45 градусов на 4 заготовках. Ну и после всего этого нужно отшлифовать наши заготовки после торцовки. Недавно купил себе вот такую шлифовальную машину на аккумуляторе. Кстати, классная вещь. Вообще планирую в ближайшее время перейти полностью на аккумуляторный инструмент. То есть пилы, шуруповерты. Есть, конечно, болгарку бы хотелось тоже аккумуляторную. Ну и также вот в этой линейке у меня появился новый ударный винтоверт Black & Decker. Тоже пробуем работать. Ну вот сейчас взял две петли и скрепил детали вот таким вот способом. То есть одну и вторую. Вот что у нас получилось в итоге. Ну теперь от края отступаю 15 сантиметров, ну или 150 миллиметров. И прикручиваю доску. Таких у нас доски было 3 штуки, как я уже говорил. Закрутил один саморез. И сейчас угольником выставляю ровный угол. Изначально креплю по 2 самореза. Потом решил все-таки еще по 2 закрутить. То есть на каждой доске с каждого края по 4 самореза я закручивал. Крутит довольно-таки шустро. Конечно, непривычно после обычного шурика. Ну и сейчас вот после всего прикручиваем сверху доску. Доску мы крепим с одной стороны. Изначально просверлил отверстие. Ну и потом саморезами, сотками, да, длиной уже креплю эту доску. По 2 самореза. Ну вот, в принципе, и второй саморез. Ну, теперь нам останется прикрутить цепочки. Крепить буду с двух сторон. С первой стороны закрепил. И также со второй стороны то же самое. Ту же цепочку также закрепил. Итак, друзья, вот такие переносные столярные козлики у нас с вами получились. Вариант довольно-таки легкий в изготовлении. Выбирал самый простой. Есть множество изготовлений данных козликов. Есть, когда сюда устанавливают две доски, то есть сюда крепят и с обратной стороны. Также можно было данную доску установить на ребро и сверху также доску установить. Я не стал более широкую доску сюда устанавливать, потому что планирую сделать сразу буквально 3-4 таких козлика, потому что в будущем у меня будет проект
Там нужно будет длинные доски распускать, и как раз вот эти козлики, они мне помогут. Поэтому я делал самый простой вариант. Можно было сделать также сюда полочку, ну, посчитал это ненужным. Еще раз повторюсь, сделал самый простой вариант. Размеры, высота у меня получилось порядка 80, даже 76, где-то так. То есть высоту каждый подбирает под себя. То есть вы встали, руку вот таким способом положили, вот она лежит, этого будет достаточно. Ну и в принципе все, сделаю еще несколько штук таких. Еще что хотел сказать, из-за того, что доска узкая, можно сразу их складировать друг на друга. То есть второй козлик спокойно встанет на данный козлик. И так можно 2, 3, 4 выстроить. То есть это экономия места будет и нашего пространства. На этом в принципе все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.